Способы отбеливания пластиковых изделий. Пластиковые предметы – это удобство, надежность и небольшая стоимость. Но при таком списке преимуществ есть и недостаток – появление желтого оттенка. При взаимодействии с кислородом пластик может окисляться, так как является синтетическим материалом. При отсутствии вытяжки на пластиковых поверхностях оседает жирный налет, что способствует появлению желтого оттенка. Подготовка к очистке. Вымойте все поверхности. Небольшие предметы лучше замочить на некоторое время. Используйте мягкие губки и теплую воду. Проверьте средства для очистки на небольшом участке. Если реакция положительная, примените ее по всей поверхности. Надевайте перчатки и маску во избежание воздействия на организм агрессивных компонентов. Теперь рассмотрим самые эффективные способы возврата изделий в первоначальный вид. Хозяйственное мыло. Измельчите мыло при помощи терки и залейте 200 мл теплой воды. Нанесите этот состав на 30 минут и смойте водой. Средство хорошо подойдет для кухонной техники с пластиковыми деталями. Уксус. Смочите тряпку в 70% растворе и нанесите на пожелтевшие участки. Для усиленного эффекта сначала присыпьте загрязненное место содой, а после протрите уксусом. Будьте аккуратны с поверхностями, на которых есть рисунки. Перекись водорода. Смочите тряпку раствором и нанесите на пожелтевшие предметы. Также детали, которые соединяются, можно замочить в перекиси для усиления эффекта. Порошок для стирки. Смешайте 1 столовую ложку средства для стирки и такое же количество воды. Соедините полученный раствор с 0,5 литра теплой воды. Нанесите на загрязненные места и оставьте на 6-8 часов. После смойте водой. Этанол или растворитель, ацетон или жидкость для снятия лака. Смочите салфеткой в спирте и протрите пожелтевшую поверхность. Средства осветляют детали, которые пострадали от воздействия солнечных лучей. Обязательно нанесите растворитель на небольшой участок, так как глянцевый материал может стать матовым. Мел и зубной порошок. Измельчите кусочек мела и соедините с зубным порошком один к одному. Добавьте немного воды для образования густой массы. Нанесите средство на пятна и оставьте до полного высыхания. После уберите остатки салфеткой. Белизна. Для удаления въевшихся пятен нужно использовать средства, которые содержат хлор. Нанесите на губку раствор белизны, оставьте на некоторое время и смойте водой. Способы предотвращения пожелтения пластика. Еженедельно используйте моющее средство на пластиковых поверхностях. Ограничьте контакт солнечных лучей и пластика. Приобретите вытяжку для избежания оседания жира на технике. Регулярный уход за пластиковыми изделиями поможет избежать пожелтения и вернуть предметам ухоженный вид.